То расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавы и пугливы, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку паранжи. То оазисы, то горы, то пустыни Регистан, мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чакчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, но с вершины Гиндукуша виден только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где написано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашиша предприимчивый бачам. Там экзотики навалом, экзотичней не найти, там стреляют из дувалов вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена.